Сообщение от жены. Жалко тебя, твои друзья тебя погубят. Был примером для подражания. Как низко ты пал. И вот эти вот похлопывания по плечу, они не накормят семью-то. Они прям вот ждали. Но есть же какое-то говно. Время по пи***лок пошло. Очень важный, ребят, друзья, вопрос. Много пишете, много спрашиваете. Тема хейт. Но главная тема, из-за чего мы сегодня собрались, безвучик, пожалуйста, Екатериночка. Ой, мне тоже надо, кстати, ответить. Безвучик, все. Всем безвучик. Василий, безвучик. Съемка ведется. Ведется съемка, совещание, понимаете? У нас сегодня вопрос хейт. Все о хейте. Но самый главный вопрос, что меня тоже возмутил. Гога семьянин. У него есть ребенок, у него есть жена. И он в своей истории снял задницу. Я предлагаю всем интернетам его за это осудить. Да, я семьянин. С... Изначально. Звук не выключил. Что произошло, Гога? А, окей. Да, ребят, я семьянин, с женой 14 лет. А, дочке моей 6 лет. А, в сторисах у меня иногда проскальзывает... Старая школа, которая на меня подписана, она помнит. Я когда тренером работал, я очень любил иногда снимать ягодичные зоны. Но это было в пределах меры. В пределах культурно-развлекательно-триндежа. И в пределах мужских ягодичных. Конечно, конечно. И это у меня подписота сколько? 93% это мои любимые самцы-доминаторы, мои прям подписчики боевые, которые смотрят, радуются. И в принципе они следят и за Кирюхой, и за мной, и за Витькой, там, за Владосом, ну, за всем моим окружением. И тут вчера Кирюха делал, делал контент. Слушай, вообще контент получился случайно. Мы вчера снимали что, получается? Пищевые какие-то вы тематики. Хорошие? Скинь, пожалуйста. О, что-то хорошее. У нас сейчас пока рысь пока отбирает попки. Ты из комментариев смотришь ли заявки? Что у нас будет, будет конкурс вот. Попок, братан, на чемпионате мира. Блин, какая... Ну да, хорошая. Ладно, давайте так. Мы снимали с Колей Амоны Кучинары. Кукинары, прости, Коль. Люблю готовить. Амо Кучинары. Что значит итальянского? Люблю готовить. Он же Коля Монголоид. Видео. Он сказал, что это час займет максимум, все. И уже на четвертом часу мне стало очень сильно скучно. Все, я уже рыси, говорю, рыси, хочу спать. Говорю, все, давай, закругляйся, подгоняйся. И она говорит, давай для тебя что-нибудь снимем. А с нами была Галя, наша ринг-герл, очень крутая девочка. Вот такая вот, знаю очень давно. Без, вот прям вот, никогда за ней ничего не было замечено. Вот не было замечено, она себя ценит, она не позволяет там какие-то фривольности, она не общается с мальчиками, не ходит там, не... Ну, это же биполярка, да? Не да. Подбледовывает, я просто... Это прям 100%. И у нее, безусловно, красивое тело. Ну, с этим сложно согласиться. Ну, прикольно, да. Она красивая. И у нас пришла идея, рысь там, это, чик-чик-чик, что мы снимали как-то там такое же то же самое, я с попой мамбы соль сдувал на стейк. Думаю, что-то надо новое, съесть стейк с попой. Когда я ел стейк с попы Гали, на Гочу прям накинулись. Ну, я снимал бэкстейдж. Он снимал бэкстейдж, он выложил, и на него прям вот накинулись. Представляете? Так, я знаю, что канал Биполярка, здесь адекватные люди. Понимаете, каждый видит, не делает, а видит в меру своей пошлости. Можно на что угодно, можно на микрофон Влада посмотреть и увидеть в нем фаллический символ, смеяться. Ха-ха, пиписька. А что гелем не смазал ее? Че не в таком духе? Да, но были ребята, наверное, 98% прям адекватных, кайфовых ребят, которые сказали, господи, Гога, спаси, сохрани твою душу, спасибо за настроение. Радуйтесь, блядь, радуйтесь, вы что, знаешь, вот видите, знаете, такое выражение ханжа, я вам сейчас загуглю, вот просто ханжа. Ханжа? Да, и Виктор Евгеньевич, мы сейчас еще одно вспомним выражение, которое он частенько употребляет, а я пока вам загуглю через Википедию слово ханжество. Вот ханжеством сейчас пропитан интернет. А, именно вот это слово? Да. Именно вот прям олицетворяет? Зачитываю. Ханжество. Минуточка информации. Показная, в кавычках, демонстративная форма благочестия и набожности при тайной или явной неверности исповедуемым идеям. То есть нарочито показывают, фу, ты что, это... Дядь, это плохо, это вредно. Разновидность морального формализма и лицемерия. Только вдумайся, сколько в себя ханжество включает. Лицемерие, моральный формализм, демонстративная форма благочестия. То есть, как пишет Ноам Хомский, ханжа, в кавычках, лицемер, это тот, кто прикладывает к другим стандарты, которые отказывается применять к себе.
То есть мы с Гошей прям, знаешь, вот заходишь вот к этим комментаторам, которые пишут гадости, смотришь на его инстаграм, а у него там такая дичь. Да-да-да, трешевая. Там вообще просто там... Психодо какой-нибудь еще. Там просто такой? Это в основном, я так считаю, что неуравновешенные люди. Это прям я бы вот не хотел бы с таким, знаешь, не то что в бой бы, я бы жить с таким по соседству не хотел бы. Прям вот маничелы какие-то. Жалко тебя, запятая, твои друзья и шлюши тебя погубят. Ну, с ошибкой, но все равно. То бишь, как то бы, блядь. Подписчики 19, публикации 0. Окей, потом, сейчас скажу, Гога, запятая, да как так-то? Я постараюсь лингвистически и эмоционально. Блед. Подписан давно, запятая, мотивировал, запятая, блять, пахать заставлял. Окей, ну, приятно. Был примером для подражания. То бишь, блять, вот до этого не смотрел, чем я занимаюсь. Просто скажи, зачем этой фигней заниматься? Вопросы грубые две штучки. Ты скажешь, отпишись, раз не нравится, и т.п. Я скажу уже. Ну, я зашел, он был уже отписан. Но, блядь, запятая, зачем такой херней заниматься? У тебя же жена и дети. Блядь, я не знаю, вправе такое написать то какой-то родственник. Окей. Знаешь, что, причем со стороны жены, да? Сообщение от жены. Я единственное не понимаю, почему они такие недовольны. Ты же не ел мясо лично. Ты эту девочку никак не трогал, не прикасался. Ты просто снимаешь, как Сарычев ел. И почему так стали реагировать, типа, вот, жена, ребенок, а что такого? Ты просто стоял рядом, угорал. А больше тебе прилетела такая хрень. Ай, люблю свою жену, ребят. 14 лет с ней вообще пережили столько всего. Как я ее люблю, вы даже не представляете. Ребят, мы сейчас сначала по жести пройдемся, а потом сделаем вывод. Да, в этом вывод. До конца досмотрите вывод свои. Вот я свои выводы. Я как князь разоблачения в интернете, знаете, то есть всегда меня разоблачают в чем-то. А, кстати, Кирюха почему-то... Жопа. Всегда... Издалека было приятно, подожди. Подожди, далеко. Не приближай, просто. Такие, смена разговора. Сейчас мы. А, сейчас другое кое-что. Да, так. Мы. Смотри, сегодня. У меня воспитанник сегодня. Илюха. Вот уже. Это топ. 340 затроил, представляешь? Сколько? 340 в бинтах. Вот отчет присылал. И что приятно, на нашем оборудовании, которое мы отправили. На наших десочках. Функционирует оборудование. Да, то есть бинтики все подогнали, Илюха. Блин, 340. В следующем году он в бинтах 400+ у меня будет вставать. Я хочу, чтобы он до своего дня рождения, 18 лет, чтобы он присел 400+. Хорошо. И в коток. Он еще в бинты работает хорошо тоже. Он умеет, да. Это прям надо шарить. Два. И всего три креста положили, немного. Три. Жопку. Сейчас, смена темы. Смена темы. Там провокации. Да что ж такое-то? Ой, блин. Не фотошоп? Красиво. Ой, блин, это приятно смотреть. Вот реально, вот честно, смотришь, вот нет, у меня вот сейчас, вот у меня нет вожделения. А-а-а. Блин, это красиво. Ребят, есть, смотрите, эстетика, красота. Сейчас мы не будем говорить про какие-то умственные, там еще какие-то моменты, физико, математические, там и так далее. Красивая женская красота, но там действительно своя магия. Ну, реально, мужское, это вообще такое, мужик, сука, отойди. А когда смотришь на женщину, блин, ну реально, вот приятно. Very good, this is справку за оформляй. Я говорил что-то, что я как князь к разоблачению, да. Что меня постоянно разматывает в интернете. А, ты плохой, кстати, вообще. Я вообще негодяй. Слушай, если бы я сам себя не знал бы, я зашел в интернет бы, ну я, наверное, себя бы расстрелил бы. Ну, я думаю, мне перестать надо общаться. Мы же в целом про хейт говорим, да? Да, конечно. Как низко, можно так, да, вот такую тему. Как низко ты пал, Кирилл, был бог Атырь, стал заниматься такой херней, страдать. Вот опять же, пример для подражания, мотиватор. Был. Что сделал ты? Почему ты бросил это дело? Почему ты не сдох, как собака под штангой сутулая? В 30 лет. Да, в 30, там, в 35, там, да. И ты должен был это сделать. Давайте я вам расскажу маленькую историю. О, вот сейчас пойдет. Интересно. Вы здесь все родные. Это биполярка, это моя отдушина, ребят. Тут мне не нужно там что-то сочинять, что-то там как-то из себя выдумывать. Просто вот я общаюсь с вами. Чисто наши бранчиты. Я понимаю, что вот за этими пикселями, там сзади за монитором сидит там мой друг, который меня выслушает. Когда я начинал заниматься и резко набрал вес, вокруг меня поменялся мир. То есть из 70-килограммового парня превратился в 160-килограммового мужика, и мир вокруг меня, и люди, и отношения резко изменилось.
они просто стали по-другому. Где-то с боязнью, где-то с опаской. В большинстве случаев с негативом. Сколько тысяч раз я слышал, что я сдохну. Да ты на второй этаж подняться не можешь, ты сдохнешь от сердечного приступа. Таких специалистов было на моем веку очень много. Которые сейчас же мне потом пишут: бля, Кирюха, это топ, я знал, что всегда ты будешь самый лучший. Да ладно. Клянусь. Да, ну. Да. И тогда меня это закалило. И потом, когда я уже доказал, что я в спорте, что я всерьез, когда уже там чемпионаты мира пошли, там вот где-то берем там с года 2006-2007, кроме форумов, там, на которых там сидел Касат и Кравцов, Владимир, это два единственных самых моих лютых хейтера вот с тех пор. Всякую грязь, всякую дичь писали. У меня их не было хейтеров. Все всегда говорили только положительное. Вот только положительное. Я потому что занимался спортом, выступал, почти не вел соцсети, нигде не появлялся, нигде не отсвечивал. Все, молодец. Но так тебя знали только по спорту. Да, и так больше 10 лет. Uh-huh. То есть больше 10 лет я эту тянул лямку, всем все нравилось. Там чемпионство, рекорды. У меня вопрос к вам. Что бы было бы дальше, если бы я продолжал бы бить эти рекорды? Не организуй федерацию, не займись, не уйдя в медиа. Я вам расскажу, что было бы дальше. Примерно то же самое, что происходит со всеми абсолютно профессиональными спортсменами. Я бы канул в небытие. Мы не так часто сейчас вспоминаем Малана. Костя Константинов умер, если бы не мы поддерживали память о нем, никто бы о нем не помнил. Кто-нибудь сейчас вспомнит, где там величайшие атлеты, там, как Александр Клюшев, которые выступали, там, Жека Ерембаш и многие другие титаны спорта, Владимир Калиниченко, вся лига по ЛСЕ. Понимаете? Вот наша участь. Это 100% участь каждого из профессиональных спортсменов. И вот эти вот похлопывания по плечу, они не накормят семью. То есть, как бы, ты встаешь перед выбором. Как же тебе быть дальше? Вот так вот сидеть, чтобы тебя по плечу хлопали, когда встречали, говорит, хороший ты парень, хороший ты мужик. Либо просто делать что-то, причем не во вред кому-то, не наперекор, а реально делать просто, блядь, просто жить и развиваться. Вот. Плюс, там, до 2018 года у меня все равно были планы в жизни. И когда Джулиус Медекс сбил мой рекорд, я очень сильно замотивировался. Я думал, все, что там. Я в Исландии пожал 300, в 2019 году Джулиус сбивает рекорд 335. Мой, который стоял 336 или 337 жмет. Я такой, ну все, пора. Начал пахать, начал тренироваться. И у меня случились в жизни определенные обстоятельства, которые я не могу даже с вами, родные, поделиться. Это семейные обстоятельства. Они когда-нибудь, я их все равно расскажу, раскрою. И каждый, кто писал хоть какой-то негатив в сторону того, что я закончил свою карьеру в пауэрлифтинге, ну, ему как минимум станет стыдно. Вот я вам клянусь сейчас. Я не говорю вам, поверьте мне, я вам клянусь, что им станет стыдно. Даже если эта мразь конченая, ей станет стыдно за то, что за меня какие-то выводы делали. Потом я начал просто свой путь. Начал придумывать. Спорт, соревнования, пауэрлифтинг, сомнительная тема. Я провожу пощечины, меня втыкают. Что из этого выходит? Провели, придумали. UFC хотели купить, потом все признали, и уже там пельмени, все остальные герои, там многие писали дичь. Знакомлюсь с Амираном, еще раз воткнули. Ой, там, по-моему, да. Тебя, да, вообще шлифовали тебя вообще по полной. Не угодил капризным спортсменам на своих соревнованиях, не угодил. Понимаете? Опять разоблачение, блядь. Хотя эти же спортсмены выступали там на улице на кривой бочке в холод. Был такой один атлет, который выступил на кривой бочке в Секстоне, вот такой всей кривой, на кривом помосте шел, поднял там рекорд, вообще к нему вопросов не было. А когда мы для него сделали усиленную сцену, я въебал в это 1,5 миллиона рублей, сделал ровный помост, все сделал ровненько и чистенько, вот он там, он почувствовал, что на два, где-то на градус наклонен помост. Где-то на градус. И вот таких людей в моей жизни очень много встречалось. Вот эти вот там разоблачения. Почему разоблачения со мной начали набирать? Это вообще просто гениально. Потому что я всегда был положительным. И все те люди, которые меня смотрели, не все, часть из них, они прям вот ждали. Но есть же какое-то говно. Бля, вот это ебаненько. Есть же какое-то говно. И как у нас в интернете работает? Ты первый снял разоблачение,
значит, ты прав. У нас же нет такого, да, там у нас у людей нету, у них нету цензуры психики, они не могут адекватно. Они вот что-то увидели с телевизора, да, логично, они просто восприняли. Блять, так и знал. Ну что ты будешь конченый? Просто чёрт. Да, 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 это очень сильно работает. Это очень сильно работает. Просто чепуха. И слава богу, что тогда, на тот момент, вот в жизни мы познакомились с Эмираном, встретились, он говорит, да не обращай внимания, это пиар. Если это выйдет какие-то за рамки, там это, то тогда да. А если нет, воспринимай это как твой капитал, как инвестиции. Думал долго над этим, и действительно, это мой капитал инвестиции. Знаешь, почему? Помимо того, что люди меня пиарят, много меня начинают узнавать. И когда видят, что, в принципе, блядь, мы, ребята, это нормально, адекватные, людям помогаем, соревнования проводим, спорт популяризируем. У них, знаешь, сколько сообщений было? Блин, я думал, ты такой козел, я там посмотрел, а ты нормальный. И чем больше на меня этого дерьма, тем больше я с этого заработаю. Поэтому каждый новый ролик – это для меня как копилочка кредитная, понимаете? Вот так я это воспринимаю. Плюс новые люди узнают обо мне. Это я вам про восприятие, что нужно любой негатив воспринимать только и переводить в плюс. А те, кто искренне верит в то, что я там плохой, это их, это значит не мои люди, просто и все. Вот так вот, это мой маленький секрет для как того, как держать равновесие для тех, вдруг пусть вступит на медийную стезю, либо тех, кто просто даже в своих маленьких масштабах чего-то захочет добиться. Это всегда будет, мне кажется, у нас. Заебись я разложил, да? Кайф. Рысь, что скажешь? А ей она... От 0 до 10 как стелю? На 10. Стелю ровно, да? Стоп! Ну что, господа, очередная необычность у нас. Андрей Николаевич, это у нас биполярочка, если вы... Ну да. Я его знал, да, точно. По Владу можно определить, по его хитрой улыбке, что это. Ну как тебе? Вообще круто. Просто топчик. Очень, блин. Возвращаются те эмоции, которые были в первых выпусках Punch Club, когда на голых кулаках, трушно в баре, блядь, или еще где-то там, в подвалах. Было круто. И сейчас снова. Но, конечно, надо сейчас все это осмысливать, дорабатывать. Вот, в общем, есть над чем подумать. Откуда пришло это вообще? Идея такая? Боец Баки. Боец Баки, если вы не видели, господа, я не знаю, это как не знать, кто такой Пушкин. Примерно то же самое, такое же упущение его стихов. Знаменитая сцена в будке. Здесь твои размеры роли не играют. Мы с Андреем Николаевичем просто являемся, так сказать, поклонниками аниме. Такие вот поклонники, настоящие аниме. Сейчас аниме у нас воплотило жизнь. Выглядит живой просто пипец, ребят. Вообще, вы охренеете. И вы увидите. На чемпионате мира мы такое проведем прямо на главной сцене. Вы вот это все сможете лицезреть. Просто топ-формат. Ну и не забывайте подписываться на канал Punch Club. Не забывайте подписываться на Андрея Николаевича. Все ссылочки в описании. Потому что именно эксклюзивного контента отсюда и со всех таких мероприятий больше у него. Следите. Это будет вместо основных боев? Это будет и плюс. Основные бои, которые будут там проходить, они будут проходить в отдельной зоне бойцовской, огромная бойцовская зона, где также будет проходить у нас джиу-джитсу в машине. Мы там зажгем просто, я вам отвечаю, такого просто никто не делал. Это будет мега событие, мега мероприятие, самое хайповое просто. Это примерно так же, как пощечины в свое время взорвали интернет, а у нас таких три там как минимум активности, которые разорвут в клочья все соцсети. На тот свет с собой не забрать ни монет, ни стакана. Мы прямо сейчас здесь на ходу все ремонтируем, чиним. То есть там рамка лопнула, здесь рамка вообще вылетела, херам просто. Месиво, бля, замес вообще просто чё. Если это биполярка, я знаю, чего вы любите. Это биполярка. Ссылочки на галечку все будут, поэтому ты подписывайтесь. Так вот, ребят, формат просто топовый. Все, что вы любите. Бои в будке. Мы были в Калининграде с Андрюхой. Помнишь, когда это было? Да, конечно. И Андрюхе рассказал одну прикольную идею. Он говорит, блин, сложно очень это там, типа, но идея прикольная. Созваниваемся с одним моим очень хорошим другом. А он мне говорит, слушай, по секрету тебе скажу, есть вот такая идея. Созваниваемся через 2 недели. Есть такая вот идея там, неважно какая. Я говорю, вот ты не поверишь, говорю, мы эту неделю, 2 назад, обсудили буквально вот 2 недели назад. Он такой, блин. То есть, если что-то приходит в голову, и оно, ты должен понимать, каждый из вас должен понимать, что это где-то витает. Значит, это где-то витает, значит, это кто-то сделает. И надо делать быстрее всегда. Быстрота принятия решений. Позавчера в чате было предложено, через 2 дня ночью мы сейчас проводим. Настолько мы быстро. И сегодня же выложим, и на чемпионате мира выложим. Представляете, на главной сцене бой в телефонной будке. Это же пиздец.
А мы сцену делаем специально для зрителей, она будет с четырех сторон проглядываться. Кто был на Сарачих Power Expo, ставьте лайк, понравилась вам сцена. Плюс поставим там этого гуся, крана, который будет прям показывать, что происходить на главной сцене будет. Сейчас, кстати, ведем переговоры про то, чтобы привести Ларри Уилсон. Точнее, переговоры уже прошли, они очень сильно хотят приехать. Надо, чтобы он приехал. Люди по-любому хотят. Ребят, Ларри Уилсон, ну конечно, камон. Свозим его к Цыпленкову, покажем ему Акимбоса. Да-да. Да, Акимбос его сделает. Да. Уж. По поводу юмористических моментов, ребят, мы тоже на своей волне, мы тоже мужчины, тоже у нас свои шуточки за 300, есть за 350, и кто в теме... За юмориста! Ну как бы это... Сука, обожаю такую хуйню. Как бы мы, ну да, не повзрослели, ну нам по 30, мне 31. 31? Да, а что? Я думал 33, почему-то, да? Подожди, почему я думал, что тебе 33? Я тоже думал 33. Я думал, что тебе 32, будет 33, как мне. Мне 31. Ты на год не младше? Да. И пиздюк. Я пиздюк, блядь. Пощенок, с кем я сижу просто. Смотрите на это. Ребят, у нас... Как низко я падаю. Вообще, очень низко. Причем, заметьте, у меня 2 января днюха, а у Кирюхи... Давай. С 31 на 1. Ну, день разницы у нас. Счастные люди. Вообще, скажи, бля... Все забывают, а? А не то, всем что... Всем насрать, нахуй. У Кири как бы все тусуются не до Кири, а у меня все просыпаются, и у них голова болит от того, что вот... И знаешь, что такое типа? Повеселили, да? Гога? Гога. Пошел. С днем рождения тебя, чтоб ты сдох. Или, знаешь, или... Здр. И положил трубку, знаешь, типа, и все, и на этом хватит. Вот просто, опять же, это как вот, когда я начал со спортом, когда у меня начало получаться, каждый хотел вставить свои не то что 3 копейки, а 3 миллиарда, чтобы подсказать, как мне нужно правильно делать. О, это, вот, это я тут, знаю. Вот послушай меня, я прохавал эту жизнь, вот надо сделать так. И слава богу, что я никого этих не слушал. Вот никого. Шел, вот у меня был сенсей, я шел по этому пути. То же самое и тут. Блядь, че вы, живите своей жизнью, блядь. Она слишком жизнь коротка, и это, чтобы париться о том, что о вас подумают. У нас... Это не значит, что нужно в блуд идти. Не, понятно, все в меру. Это имеется в виду, все в меру по умолчанию. И многие иногда пишут, типа, они хотят перевоспитать, что ли. Я думаю, блин, камон. Это очень несоблюдение вот этой этики. Какой перевоспитывать? Тем более, ну, мы уже все шарим, что хорошо, что плохо. Тем более, когда мне начинают за семью затирать, ребят, у меня все отлично. У меня адекватная жена, прекрасный ребенок и шикарные друзья. Я бы не выдержал. Я бы не выдержал, блядь. Если мне что-то про семью, если мне баб, семья мне ничего не сказали, там у тебя же это. Я бы сказал, блядь, тут. А если бы еще какой-то семейный человек сказал бы, блядь, у меня, слушай, ты че, блядь? Просто вот вообще простой вопрос таким людям. У тебя то ли настолько все хорошо в личной жизни, блядь, то ли у тебя настолько все херово, что ты лезешь в чужую. Не судить, да не судим будешь, господи. Ну да. Проще относиться надо. Проще. Ну как бы вот. Сколько? Так, рысь покашляла. 22:00. Запиши, Вась. В воскресенье 28-го. Через 3 дня проверка. Слушай, подожди, я просто сказать. Очень... Но большинство было положительных. Прям ребята поддержали. 95 у меня процентов идет положительных. Вот, знаешь, как бы вот тем, что мы сейчас на это обращаем внимание, мы как будто бы показываем, что нас это парит. Нет, мы просто хотим поделиться, это биполярка, это отдельная тема для разговора. Вот, просто хотим донести вам нашу позицию. Да, обычно как это работает? Кто-то человек написал, чик, черный список. Кто-то негатив написал, чик, черный список. Я вообще в этом плане беспощаден. Особенно переход на личности. Ой, ну это... Прям на личности перешел, пиздуешь черный список. Не то чтобы я такой популярный и великий, что там вот люди без меня не могут жить. Ну просто зачем? Я никому плохого никогда не писал. Я сколько себя помню, никогда никому в комментарии плохого не написал. То есть выиграл Акимбо, я ему написал красавчик, блядь. Ну вот, допустим, да, последний из того, что я там комментировал и писал. В мире и так полно негатива, нахер его писать. Кстати, у нас скоро 1 000 000 на Ютубе на основе. Ребят, кто с основы можете, если кто не подписан на основу, подпишитесь, пожалуйста. Потому что, когда будет 1 000 000 на основе, у нас будет своя черная пятница. Я сделаю охренительные скидки на все свои там продукты, какие у меня есть. Там эти кайды, майды. Плюс я каких-нибудь призов еще разыграю. Все, ребят, с вами Влад и Полярка. Будет у нас еще очень много разных интересных тем. Влад тем временем у нас засыпает уже 15-й раз, чешет глаза. Это у него 3-я съемка за день. Непростая работа Влада. Поэтому, ребят, всех обнял, поднял, заплакал. От меня Гочи, от Василия, от самой красивой рыси на планете Земля. Всем вам привет. Оставайтесь собой, несмотря ни на что. И подписывайтесь.